В преддверии выпускных в городах присутствия госкорпорации проходят съемки видеороликов, которые станут частью единого клипа, посвященного созидателям атомной отрасли. Юноши и девушки выстраиваются в одну букву из общей фразы «Конкурс слава созидателям». Саровским выпускникам досталась буква «Н» и отрывок в режиме строжайшей секретности. Концептуально идею разрабатывали в Москве организаторы этого конкурса «Слава созидателям», в котором принимают участие 22 города. Это города закрытые, наша десятка, и 12 городов присутствия госкорпорации «Росатом», где атомные электростанции. Владиславу Баранову из 5-й школы предстояло произнести специальную фразу, фрагмент общего рассказа от лица всех саровских выпускников. Единый госэкзамен позади, осталось дождаться последних результатов и окончательно определиться, в какие вузы подавать документы. Влад решил посвятить свою жизнь юриспруденции и уголовному праву. С грустью прощаюсь с прошлым временем, с ребячеством. И, так сказать, уверенно вступаю во взрослую жизнь. Я, ну, не знаю, не могу сказать то, что это, так сказать, взрослая прям жизнь. Все-таки все равно это студенчество будет. О будущих студенческих годах и предстоящем ответственном шаге в новую, уже взрослую жизнь думают все 72 выпускника, участников флешмоба, посвященного создателям атомной отрасли. Совсем скоро им предстоит попрощаться с любимой школой, одноклассниками и учителями. Это были замечательные 11 лет. У меня прекрасные одноклассники, прекрасные классные руководители, что первый, что второй. То есть... я буду скучать очень. Ну, хоть это было иногда и сложно, и там и какие-то отрицательные эмоции были, когда плохую оценку получил, что не выучил, но все равно это того стоило. Отснятые видеоматериалы будут направлены в Москву, где их смонтируют в единый сюжет, посвященный создателям атомной отрасли. Дарья Цапарыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.